Сегодня мы идем на гору Эль Сомбреро. По моим расчетам, там должен быть самый крутой вид на Тейде. Проверим. Поставили машину на парковке и идем по лесной дорожке на гору. Начало неплохое. По дороге вы будете наслаждаться видом на гору Рок дель Альмендро. А мы идем дальше. Вот и показалась гора Эль Сомбреро, на которую мы идем. Еще далеко идти. Снизу виднеется гора Рок дель Кондо, на которую мы поднимались уже не раз. За ней виднеется Арона, все южные курорты, левее Эль Медана, и где-то там есть аэропорт. А если присмотреться, над облаками возвышается Гран-Канария. Мне нравится гулять на высоте примерно 2 километра. На этой высоте уже нет облаков, есть сосновые леса с канарской сосной. Мы дошли до развилки, и сейчас нам нужно повернуть направо по указателю на Каньяда Бланка, Парадор. Мы уже на высоте 2400, сейчас выйдем на самую красивую смотровую с видом на Тейде, потом пойдем на эту гору Эль Сомбреро. Уже добрались до смотровой с самым лучшим видом на Тейде. Что ты думаешь? Что мы видим со смотровой? Гора Гуахара высотой 2700 метров, отель Парадор, смотровые площадки около отеля Парадор, станция канатной дороги и сама канатная дорога, которая ведет к вершине Тейде. Рядом с ним вулкан Пика Вьеха. А это большая кальдера. Что мы видим в другую сторону? Лагомера, там вдалеке видно маленький остров Эль-Ера, гора Эль Сомбреро, куда мы сейчас пойдем, и видно даже Гран-Канарию. Я нашла маленький язык тролля, сейчас просит сделать эпичную фотографию. Сегодня нам не удалось взять походную тортилью, поэтому пришлось взять магазинские бутеры. Ну ладно, зато шикарный вид на Тейде, и бутеры сделаны на Канарах. Что мы видим на этой смотровой? Гора Рок дель Кондо, которая видна отовсюду, чуть пониже пика. Это Рок Имоке, на нем мы тоже ходили в прошлый раз. Здесь видно Лос Америкас, Лос Кристианос. Смотрим дальше, что мы видим. Аэропорт Эль Медана. Здесь Гранадия де Абона, это место, где делают вино. По соотношению сложность маршрута и количество виденного, это просто обалденный маршрут. Советую вам сходить сюда, потратить полдня и увидеть эту красоту.